скажите, а как плановое задание у вас формируется на следующий год? Вот, к примеру, у нас сейчас на фонде 9 миллиардов. Вы освоили за прошедший год 1 200 000. На 37 повысилось количество участников выполняемых работ. А если еще 7 миллиардов, то в каком плановом задании, как этот план составляется, в каком процентном отношении? Выполненный план в прошлом году 5 607 000 000 рублей. А оплата от выполненных работ в прошлом году, но в этом первом квартале, то есть у нас оплата произведена, то есть работы, которые выполняются в прошлом году, в декабре, месяце, были оплачены в январе. В феврале в первом квартале 1 200 000. То есть из 5 600 оплачено 1 200 000 в первом квартале этого года. Я и говорю, мы докладываем, что 8 и 9 миллиардов у нас на ставке счета на 30 декабря, из них 1 250 000 оплачены в первом квартале. Мы говорим, у нас 7 600 на остаток, и поступление, плановое поступление мы прогнозируем в районе 4 миллиардов. Программа у нас расписана, на трехлетку плана составлены, финансовая устойчивость, денежные средства достаточно для выполнения плана в полном объеме. Сегодня у нас, я еще говорю, вызов, потому что такого объема работ, сантехнических работ, не было ни за предыдущие годы, в этой трехлетке больше, чем за предыдущие годы. Сантехнические работы, я докладывал в прошлый раз, есть проблемы, это бесподвальные здания, малоэтажные здания, где отсутствуют подвалы, и все эти проходят под валом. То есть мы сегодня говорили, проблема капитального ремонта, главная проблема в организации, это договориться с гражданами, собственниками за эти помещения, произвести демонтаж строительной конструкции, отделочных работ, если выполнить еще, себя уйти и оставить доброе слово. То есть на сегодня задачи ясны, мы отработали с подрядной организацией прошлый год, и мы начали с нуля, у нас вообще было 20 домов, в 2021 году выполнено сантехники, 20 по прошлому году. 5. Ну, это домов, а там 4 вида работы, как правило, канализация, горячая, холодная вода, отопление, очень просто так. Вот. И, в принципе, сегодня уже сложились и отраслевые лидеры, кто выполняет приличный объем, покажут, кто-то сантехники больше. Мы не знали, какое направление фасады развиваем, 3 года, там, если скажем, универсиады, фасады вообще не знаю, в том числе и в Ачинске. Игорь Петрович вышел в пятницу совещание, как раз рассматриваем Пашинскую порядка 27 объектов ремонт фасадных работ. 175. Спасибо от жителей Ачинского района за поселок Каменка. Вот огромное спасибо. 6 домов кровно отремонтировали, хотя было это запланировано 28 год, в 22 году все сделали. Вот спасибо от чистого сердца. Вячеславович, определенную тревогу вызывает, конечно, сумма остатков на счетах, которая по состоянию на конец 2022 года не уменьшилась. Тревогу вызывает незначительное, но все же увеличение задолженности населения по платежам, видно из графика, и невысокий уровень, небольшое количество, процент низкий заключения контрактов по результатам торгов. Скажите, пожалуйста, удается ли в 2023 году переломить эту тенденцию? Давайте с контрактов начнем. Да? Значит, если вы динамику посмотрели, вообще в стране контрактования не было в конец февраля, март и апрель. Если вы посмотрите динамику, у нас последняя пятидневка апреля только начали контракты состояться. В мае мы отработали 70%. То есть у нас только в мае после праздников начали начать контракт. Тем не менее, контракты, значит, все заключены, отработали и выполнены работы по контрактам. На сегодняшний день в текущей трехлетке готов вам доложить, что заключены договора на разработку проектной документации 783 объекта, уже работа ведется на проектирование, в том числе на строительно-монтажные работы на 600 объектов. На сегодняшний день мы 300 объектов в активной фазе деятельности, работа выполняется. То есть мы заверяем вас, уважаемые депутаты, что вот конец апреля, май активно, как бы подрядчики заявляют. Пугающая цифра остатка денежных средств, знаете, у нас есть ассоциация региональных операторов Российской Федерации.
акции капремонта, да, вот мы на сайте смотрим, там пугающая цифра отсутствия денежных средств. При господдержке как бы, люди выполняют частично, меняют частично либо только шифер, либо часть стропил, ну уж точно утеплитель замена не производится. Мы полный комплекс мероприятий сегодня с Министерством строительства дорабатываем полный перечень, мы его увеличиваем, достаточно подробный полный перечень, который включены на основании федеральной рекомендации объема работы. То есть мы считаем, что по той финансовой устойчивости на 3 года у нас денежных средств достаточно, и мы уверенно видим и не только 25-й год, и 26-й. Да, действительно, и прокуратура Красноярского края на контроле этот вопрос держит, и совещание было у первого заместителя, и регулярно у нас прокуратура этот вопрос отрабатывает под надзором и взаимодействием. Да, эта работа, она и является, там, наверное, критерием тоже показателем, по всей видимости, Российской Федерации. Работы, ну, такой системной, активной, которая бы сегодня требуется, ее предыдущие годы не было, было накопление, но мы видим, ну, скажем так, состояние, благосостояние населения не растет. Но мы в этом направлении работаем, задача поставлена и прокурором Красноярского края, в первую очередь, губернатором, последним президиума. Я вам доложил, что мы отработали в фонде, разрознены были специалисты по начислению, по сборам и по работе по задолженности. Сегодня мы уже за счет перераспределения, внутреннего перераспределения вакантных мест в строительном контроле, есть вакансии, нет людей, мы перераспределили внутри, как бы целую службу создали. Раньше был один на телефоне, сегодня 4 человека на телефоне, не успеваем. Сегодня мы колл-центр открыли, мы 1200 звонков, 1300 только принимаем. У меня 17 человек сегодня сидит на телефонах. Создана служба, отдельная, абонентский отдел, 15 человек, которые сегодня уже в полный рост работают по вопросу взыскания. По взысканиям информация есть. 77 тысяч мы подготовили исковых заявлений в декабре, до конца декабря прошлого года. Мы с Министерством отработали, с Росреестром. Реестровые заявления, сегодня, может быть, не совсем справляются у нас в цепи партнеры приставы, там, ну, дорабатывают эту систему, и мы сегодня уже видим начисление производит, человек заплатил, программу запустили мы эту, что человек заплатил, и мы видим онлайн, кто заплатил. Еще такой вопрос, вот вы как раз говорили о многоэтажных, там, малоэтажных домах, вот как раз такая ситуация тоже бывает, особенно вы правильно сказали, это в сельской местности, да, когда у нас есть многоэтажные дома, буквально 8-квартирные, там, 16-квартирные, вот получается, да, и накопить, чтобы на какой-то ремонт, вот, допустим, сталкивались с такими ситуациями в сельской местности. Допустим, ремонт подходит там 35-й год, крыша. Крыша бежит сегодня. И что делают жители? Жители, естественно, собираются. Конечно, они, наверное, делают не так, о чем вы говорили, там, без соблюдения чего-то. Потом тоже желание дальше платить, за ремонт у них как-то тоже теряется, что типа, мы сами собирались, мы им платили. Возможно ли какие-то пути? У вас есть экономия, да, у вас там есть, допустим, все, что при том комплекте документов, которые необходимы, там и суммы, там и миллионы, конечно, жители складываются буквально, как-то компенсировать, либо это вообще не рассматривается. Выполненные работы, если собственники выполнили собственные работы, предусмотрены программой и срок подходит к этим срокам, то собственники, когда фонд направляет при утверждении краткосрочных планов, фонд направляет первыми платежками, значит, предложение о выполнении согласно плана, вида работы, объемов работы и сроков, предусмотренные краткосрочным планом региональной программы. Собственники вправе, значит, вместо этого вида работ другой со сроков, более поздних сроков перенести другой вид работы в другой.